Всем добрый вечер. Чуть-чуть хотя бы так запишу. Не знаю, от чего я здесь устаю. Постоянные застолья, постоянные гости. Не знаю, что со мной. Но хочу ванну принять. Мне тут тетя дала соли. Не знаю, это, наверное, лаванда. Лаванда что-то мне не зашла, запах. Каких только нету. Наверное, вот это вот попробую. Хочется прямо это полежать, понежиться. Честно говоря, не знаю, сколько нужно засыпать, но думаю, вот так будет недостаточно. Лаванда такой запах, ну не знаю, какой-то аптечный, не мой, не люблю я лаванду. Сейчас полежу. Постоянные застолья, но я держусь. У нас с сегодняшнего дня началась масленица, а у нас тетя Маша, ну так вкусно блины печет. Блины тоже нужно уметь вкусно печь, так что это. Сегодня наелись с утра икру с блинами. Я съела только две штуки. На весах 58 400. Сейчас взвесились. Так что я это. Не объедаюсь. У меня еще есть такая это. Маленький пунктик. Я люблю. Очень-очень люблю лазить вот по полочкам. Очень люблю нюхать ароматы. Ну, тут Маша чуть-чуть здесь стоит и в спальне у меня. Ой, сейчас сделаю себе какую-нибудь масочку. Так. Что тут Маша? А, нет, маска для ног мне не нужна. Сейчас выберу себе какую-нибудь масочку. Ой, вот это вот какая-то корейская, наверное, вот эту, наверное, попробую. Маша любит всякие тоже тюбики, косметику хорошую любит. А я люблю во всем этом лазить, ковыряться. Буржа. Армяна. Так, сейчас открою. Цвет розовый. Сейчас бы попробовала, но я уже косметику сняла. Синий герлин. Ой! Одной рукой это так неудобно, конечно, все делать. По себе работу нахожу. Но я это люблю полазить. А, это пудра. Ничего интересного. Вот эта палетка красивая. Ой! Сейчас все разобью еще. Вот эти цвета красивые. О, завтра буду мазюкаться. Помады. Ну, тут Маша помады такие спокойные, да, там. Обязательно увлажняющая Нивея, куда же без Нивеи. Так, если кто-то скажет, что некрасиво по чужим шкафчикам лазить, я тут не чужая. О, тут косметика у тут Маша какая, крема красивая. Я тут практически как у себя дома, так что мне все можно. И там тоже палетка какая-то. Так, все, ревизию сделала. А, тут еще что-то. А, эти уже на исходе пудры.
всю соль, всю рассыпал. Ну все, ванна набралась, я купаться. Все, накупалась. Дома ванну не принимала, только душ. Такой вид, даже страшно в зеркало смотреть. Тетя Маша мне тут крема свои поставила. Говорит, Машся. Объяснила, какой где мазать. Вот этот вообще, говорит, для вокруг глаз. Очень-очень им нравится. Они уже давно этим пользуются. Так, вот, вот так называется. Сейчас прочитаю неправильно. Ой, он шиммерный какой, красивый. Кусочек, вот пучок ресниц выпал. Не знаю, что я ночью делала, с кем я во сне боролась. Так, и такой же крем. Вот этот ей девчонки подарили на 8 марта. Сейчас все разобью. Пахнет как. Я, наверное, вот этим попробую. Таким же, как вокруг глаз. Ой, такой плотный-плотный. Дядька включил там робот-пылесос. У меня Карина хочет робот-пылесос, но нас останавливает кошка. Я думаю, у Мары будет приступ, если у нас появится этот робот-пылесос. У нас пока только это останавливает. Так. Лицо заканчивается на груди. За шею тоже обязательно надо ухаживать. Говорит Нарина, которая кремами пользуется, когда приезжает тетя Маша. Я дома тоже пользуюсь, но крайне-крайне редко. Потому что у меня вот сразу красное все. Вообще я не могу сказать, что я аллергик, но крема мне никакие не подходят. Руки все в этом, в маленьких блесточках. Такой довольно плотный крем. Так, а в завершении тетя Маша сказала, когда уже всем намажешься, в конце намазаться вот этим еще. Но я думаю, это должен хотя бы полчаса впитаться. Потом уже будем мазаться всем остальным. Тут водичка. Вот они все любят вот такую водичку. Что тут у тети Маши еще? Тоники вот такие вот все. Тем я брискаться не буду. Мне достаточно крема. В прошлый раз у тети Маши была. Ей племянница привезла с Израиля косметику, крема на магните, я помню. Крем так плотно кладешь, он такой, как кусочки друбленные магниты или что, а потом щеточкой такой собираешь магнит. Магнит с кожи убирается, и тоже такой плотный жирный слой крема остается. Ну, не знаю, наверное, если этим регулярно мазать, то будет, наверное, какой-то результат. Мне просто ничего не подходит, но типа кожа. Так побаловаться. Блестяшки, все руки блестящие. Тут пока от дверей до лифта дойдешь, заблудишься. Я со своим топографическим кретинизмом тут это теряюсь. У меня сестра живет в соседнем подъезде. Но я могу до соседнего подъезда заблудиться. Все, вот дядькин подъезд.
его сестренки вон там в углу. Тут самое главное не упасть. 21 градус. Минус 21 градус. 30 секунд на улице, рука уже отбила. Я закутана. Шапка, шарф, штаны. Под штанами теплые колготки. Трусы с начесом. Так, сейчас я досмеюсь. Аккуратно. Аккуратно. Сейчас будем суши заказывать, сестренка. У меня Каринка хочет шпицы. Ой, ой, да ладно. Так, на всякий случай, потявкать надо. Так, а сестренка живет у меня на 17 этаже. Самое главное найти дорогу к лифту. Там такие катакомбы. Зайдешь, у нас зайдешь в подъезд, сразу лифт. Ни справа, ни слева. А тут зайдешь, пройдешь налево, направо. Потом опять налево, направо. Хоть по навигатору идти. Детей нет, никто с детьми не гуляет. Площадка вот абсолютно пустая, потому что мороз. Мы своего Лялю сегодня тоже не выгуливали, дубняк, потому что сильный. Так, ну все, отключаюсь, впереди лестница, чтобы не свалиться, держаться двумя руками за перила. Еще буду жаловаться. Вот сейчас мужчина открыл дверь, да? Видит, что девушка, да, идет. Нет, чтобы дверь придержать или как-нибудь. Вот куда дальше идти? Я уже не помню, где я вчера тут ходила. Открыл дверь, вышел. Меня чуть дверью не прибило. Так, наверное, я не туда пошла. Только Нарина может заблудиться в подъезде. Блин. Тут есть дверь. А, наверное, сюда. Ура, я лифт нашла. Нет, чтобы хотя бы придержать дверь. Там не говорится, чтобы там пропустить вперед. У них такого нет. Они как это, роботы. Вообще никакого вообще. Поэтому я Кавказ люблю. Потому что у нас всегда и дверь поддержит, и пропустят, и... А тут вообще... Мне это возмущает. Еще у меня клаустрофобия. Я боюсь замкнутых пространств. Мы один раз в лифте в Питере с сестрой, когда отдыхали, 6 часов свет отключили, мы 6 часов были в лифте, и все. После этого я с лифтами не дружу. Но на 17 этаж пешком. На 17 этаж пешком я точно не дойду. Я в шапке, в шарфе, в штанах, в колготках. Во всем, что это. Тут пройти 3 шага, а мне тетя говорит, одевайся, там дубняк. Ну реально, вышла, руки сразу замерзли. А, хотела переключить на лифт, на этажность. Все, сейчас придем, закажем суши. Ой, забыла треногу. Вот, может быть, мукбанг сделала бы. А может, и сделаю. Они у меня стеснительные, не хотят сниматься. Ничего, там по эфиру. Полдня купалась, сделала укладку. Так напарилась в ванной, еле как вылезла оттуда. Отдохнула, потом полчаса еще делала укладку с моим утюжком. О, все, мы приехали. 17 этаж. Все переключилось. Я вытащила ключ, там покрутили. И думала, я пришла по адресу, наверное, запуталась.